Джузеппе, как обычно, у меня родилась выдающаяся идея. Ты гений. Я знаю. Надо будет этого Васильева взять в долю. Он знает географию и говорит не только по-итальянски, но и по-русски. Ты удивительно наблюдатель. И не говорит. Но тогда придется с ним делиться. Жалко. Ты опять мелочишься. Миллиардом больше, миллиардом меньше. Да, но я в жизни миллиарда в глаза не видел. Но я еще не придумал, как ему об этом сказать. Ты понимаешь, Джузеппе, тут важна форма. Тактично, деликатно надо к нему подойти. Ты прав, как всегда. Антонио, а? Идем, я это беру на себя. И побольше так-то, Джузеппе. Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Да! За наш общий успех. Когда у меня будет много денег, я займусь медициной и буду делать пластические операции. А почему пластические? Чтобы привести в порядок физиономию твоей сестры. Ты к ней присмотрись как следует, не такая уж она уродина. Видел я ее при любом освещении. Вся в тебя. Извините. Когда я разбогатею, знаете, что сделаю? А? Куплю себе русский ресторан. Тебе бы только брюхо набить. Да, а главное, чтобы не платить за это. Андрей, а ты что собираешься делать? Я женюсь. А невеста у тебя есть? Есть. Только она об этом не знает. Я предлагаю выпить за здоровье твоей невесты. Как ее зовут? А этого я не знаю. Я рассчитаюсь. Нет, вы гости, плачу я. Я же тебе говорил, Тони, что он заплатит. Спасибо, все было очень вкусно. Всем привет! А сейчас перекинемся в картишки. Эй! Уголовный! Не уйдешь! Стой! Скучай! Останови поезд!